Организация экономического сотрудничества и развития, OECD, опубликовала отчет о коррумпированности таджикских властей. Согласно докладу организации, коррупция, как и бедность, остается одной из основных проблем в Таджикистане. Отчет «Антикоррупционные реформы в Таджикистане» был презентован в конце уходящей недели в ходе визита экспертов OECD в Душанбе. При этом директор агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Сулаймон Султанзода 9 декабря не прокомментировал отчет международных экспертов. Эксперты OECD сообщили, что таджикские власти ежегодно анализируют уровень коррупции в госучреждениях путем опроса, и результаты анализа свидетельствуют, что уровень коррупции в стране до сих пор является очень высоким. В индексе восприятия коррупции, который опубликован исследовательской организацией Transparency International в июне этого года, Таджикистан занимает 152 место среди 175 стран. Эксперты отмечают, что коррупция широко распространена на всех уровнях таджикского общества. Напомним, что согласно данным независимых экспертов, каждый второй гражданин Таджикистана как минимум один раз в жизни давал взятку государственным служащим для решения своих проблем. Знакомства, родственники, кто там работает.